Пока в нашем сознании Китай ассоциируется с копированием чужих идей, эта страна стала ведущей площадкой по производству и тиражированию собственных технологий. Рассмотрим 10 фактов о технологических инновациях в Китае. Поднебесная является одним из лидеров в космической области. В 2018 году в Китае состоялось 39 космических запусков. А в 2019 году китайский космический зонд впервые в истории человечества успешно сел на обратной стороне Луны. В 2017 году в Китае совершили первую квантовую телепортацию с Земли на орбиту и поставили рекорд дальности – 1200 километров. Это важный шаг в создании сверхзащищенной мировой коммуникационной сети. China Mobile предоставляет услуги в области ИКТ и телекоммуникаций для 1/3 населения мира. Китай занимает первое место по количеству патентных заявок в 5G. Сейчас именно китайскую реализацию 5G-технологий внедряют во многих странах, включая Россию. Китайское информагентство Синхуа сумело создать цифровую модель ведущих новостей с искусственным интеллектом. Виртуальный ведущий не требует больших затрат, ведет репортаж на двух языках, английский и китайский, и доступен для эфира 24 часа в сутки. В 2017 году китайский робот-стоматолог провел первую успешную операцию по установке имплантата, соблюдая все стандарты. В том же году робот Xiaoyi стал первым представителем искусственного интеллекта, который сдал экзамен для получения лицензии на медицинскую практику в Китае. Китай – лидер в области суперкомпьютеров, занимая 3-ю и 4-ю позиции в мире и располагает почти половиной мощнейших суперкомпьютеров из списка топ-500 мировых. В 2018-м компания FliGi совместно с Alibaba представила отель будущего FlyZoo с роботами и искусственным интеллектом. Вместо ключей и карточек с номерами используется технология распознавания лиц. Она же открывает доступ к различным услугам отеля. В каждом номере находится умный помощник Tmall Genie, который выполняет множество операций с помощью голосовых команд. В 2018-м впервые состоялся полет пилотируемого дрона компании Yihang. Дрон разгонялся до 130 км в час и пролетал до 15 км на одном заряде аккумуляторов. В дрон-такси нужно только сесть и задать место назначения, после чего аппарат самостоятельно взлетит и перевезет пассажира. А в 2019-м представили прототип нового поезда «Маглев» со скоростью 600 км в час. Путь от Пекина до Шанхая 1200 км будет занимать всего 3,5 часа. Проект запустят в производство в 2021 году. Считаете ли вы перспективным изучение технологических инноваций в Китае? Мы создали программы обучения и стажировки совместно с ведущими вузами Китая и крупными международными компаниями в этой области. Станьте частью непрерывного прогресса. Учитесь в Китае.